«Дом чекистов». В 1939 году по проекту архитектора Ивана Чарушина для сотрудников внутренних дел на перекрестке улиц Герцена и Ленина было построено здание, в народе названное «Дом чекистов». В своем облике дом схож со зданием центральной гостиницы. В доме жили и различные известные горожане. Например, Мария Исакова, первая в нашей стране абсолютная чемпионка мира в конькобежном спорте. Культурным стал и продуктовый магазин «Птица» на первом этаже дома на Ленина, 79.